Забавный мотоцикл. Вот там на колхоже. Вот в этом положении включается. Все хорошо. А, тут, ага, понятно. Что-то таки. У вас там есть еще. Ну, пойдет коллекцию типа ключей. Тут еще должна быть такая пластиковая, не знаю, шторка. Заезжалка. В общем, вот раз. Так, потом я делаю вот так. Угу. Закрываю вот так. Передача. Ну, вообще на самом деле вот этой штукой удобно снимать. Угу. Передача. Красный герметоз, классно, передача. Он так хорошо это подрывает. Ну, в общем, это много. На самом деле есть еще вопрос с задним колесом. Там есть. Там живет люфт. У Дениса, в общем, нет слов, но люфт там живет точно. Ну, его вывесить надо, я так не могу понять. Да, болт в Паттайе, видно уже не родной, да. Вот, чтоб ты понимал, когда я сегодня снял фары, у меня просто вот это все отпало. Одна это зарядка, это 100 пудов, вторая... Дэн, тут нету никаких датчиков. Ну, а что вторая делала? Свет? Свет далеких планет. Ну, датчиков нету. Забавный мотоцикл. Вот там на колхоже. А это что, типа выключатель стоп-сигнала такой или что? Вот это вот. Наверное, да. Но он не родной, тут не было выключателя. Хотя... Как это не было? Стопоришь чем уже кино. Вот это не было. Ну вот так не было. Поворотов точно не было. Поворотов стопы тут не было. Одноконтактная или двухконтактная? Одноконтактная, Дэн. Ну, конечно. Дэн, не было. Что стопорив это вот так вот стопорив? Да. Просто это почему вот этот третий провод, кажется, заводил я сюда. Я вот точно не помню, но зачем? Я хотел сделать электронное, типа, знаешь, как на америкосах, в общем, моргает. Ну, то есть морганием сделать. Генератор с 6-вольтового переделан на 12-вольтовый. По рекомендации все должно быть стадиодное. Переднее крыло, если можно, мы бы его, чтобы снять, а я то приведу в порядок. Ну, синим оставим. Красный герметоз, конечно, да, это сильно. Ну, это дедушка сказал, что ему капиталку так делали. Это мой герметоз, наверное. Наверное, уже.
Я не помню, снимал я эту крышку или нет. Ну, учитывая, что она на шестигранниках, то, наверное, это я уже снимал. Ну, ты знаешь, он даже не такой прям грязный. Ну, маслом, как обычно. Ну, поддоном чуть-чуть. Ну, в общем, предлагаю пересобрать гофри ее на новых проводах. На самом деле, той проводки... Её, вот, да, вот у меня вот. Просто в проводке, если честно, у меня взрыв мозга от замка зажигания, когда я видел его на схеме. Чего? Сейчас просто прозреешь от того замка. Вот замок зажигания. Да. Прикольно. Вот под ключ. Вот ключ. А, ключ. Ключ показал. Один. А, это же по большому счету он вставляется, включается, он поворачивается, ну, вот это так, уже это свет. Ты его просто вставил. Вот это уже зажигание. Mm. Вот так свет и вот так свет. Mm. Это не помню уже, что габарит и как бы основной свет. О, будет магия. Или не будет. Вот так выглядит родной замок зажигания. Если ты сейчас потянешь, он заглохнет, да? Этих проводов хватит? Хватит. Чек инжин тебе сделаем даже. Да, вообще. Так. Будет у тебя постоянно гореть чек. Да, зажжем и все время будет. Угу. Ты-дыщ! Ампутация первой детали. Это вот здесь тоже что-то крутилось. Может, здесь лопата? Да, здесь была лопата. Вот здесь лопата была. А ну, там было... Ты это заваривать хочешь или фару? Я бы заварил. Другая? Или... Нет другой фары.